За 2 недели снег растаял. Почти. Вот только дача остался. Так. Ледок. И навернулся. Оп. Вот. Сейчас можно пройти не по колено в снегу. Рыбаков тьма. Ветра нет, тихо. В машине 5 градусов тепла показывало. Лед еще стоит. Так, еще выгнуло. Внимание! Испытание льда. Первый пошел. Нормально. Не, ну. А? Рыбаки рыбачат там. И квадроциклы ездят. Это мои следы. Сейчас. Лед прочный еще. Но рисковать я не буду. Вот. Отошел, сколько здесь метров. Интересный узор. Тихо, тихо сегодня, ветра нету, замечательно. Пойдем дрончик запустим. Thank you.
Конечно, лед еще растает. Вода чуть-чуть может и поднимется, но по сравнению с прошлым годом вода ушла очень сильно. Она была у меня вот под деревом прямо. Здесь вообще вот. Где же наш друг-кондатор? Так, показывает у нас 8 градусов тепла. Солнце вышло.